представительница. Готовы разберёте? Давайте я вам немножко так историю расскажу, чтобы вы понимали, как это все происходит. Процедура реверса уже все знакомы, на основании таких документов, вам тоже известно, но вот по причине, так скажем, не от нас зависящим, а объемы лимиты у нас, как вы сказали, последний день мы были приняты 1 августа, вот, но с небольшой корректировкой Министерства правовых институтов Российской Федерации. То есть в соответствии с требованиями мы были направили материалы на согласование до 15 июня, мы отправили 11 июня. Вот, но согласованные материалы на лимите пришли только 31 июля в 11 вечера. Вот, и, конечно, существенно были изменены объемы нормы взятия, поэтому, как бы так скажем, на нас не обижайтесь, то, что мы не объявили, не вывели на сайте, что это все. Вот. И изменения коснулись, в частности, такой, как Асуми. Вот. И как бы один из, помню, зачитая основания изменения лимита и несогласования того объема, который мы заявили заранее, который был выложен на сайте, который мы ознакомились по тем районам, которые были представлены для участия в проекте по возрастным группам. В общем, представленные показатели объема прироста популяции косули в сочетании с невысоким состоянием лимита прочего дают основания сомневаться в объективности оценки состояния лимита. Учитывая изложенное, Минприроды считает возможным согласовать внутривозрачен косули на территории области количество не превышающим установленное в сезоне на ход 14-14 градусов. Есть косули, лимит по косули, который мы запланировали, полетел и оставили только так, как будет на сезон. Поэтому там получилась такая ситуация нехорошая, что некоторые районы будут давать исключительно снег. Вот, и было принято определенное решение, что заявки с этих районов просто передвинут на ближайшие, чтобы люди у нас не чтобы не отказывать, потому что причины не вас, не нас. На самом деле, а повторите еще раз, какие районы вылетели? Устишин, Сидельниково. Устишин перевели на Тегриз, заявки перерегистрировали, потому что лимит не согласовали по Устишину. По проекту-то, конечно, там было все, но Сидельниково на Муромцево, Калачинск на Горьковский район, а Сисеку, по-моему, она называется. Вот, поэтому номера... Поэтому все ваши заявки с номерами здесь, у вас. Я думаю, если нет вопросов по процедуре, давайте приступим. Начнем с медведя, да? Все же медвежатники. А вопрос можно еще спросить? А да. По медведю, там же еще весеннее предусматривается по указу. А здесь право выбора у охотника есть по реализации своего. Или осенью, или весной? Да. То есть на выбор. Если разрешение, он ограничивается одним сезоном. А, то есть или туда, или туда? Либо вы его получаете на весенний период, там, какой у нас там, с 1 мая. Ну да, 1 мая. В эти 10 дней. То есть два нельзя? Два нельзя. Поэтому всего для участия жеребьевки по медведю поступило 1232 заявления. Допущено участие 1196, 36 заявлений не принято по причине подачи заявления на районах, где будущее не планируется 306. Также в процессе регистрации по многим заявкам был отказ по причине указанных в указе номер 30, это непроведение добытой продукции прошлого сезона, с местами экспертизы на 3 дней. Поэтому всего лимит общего на самом деле территории области по 90 особей, а жеребьевки будет разумная жеребьевка.
Шесть пары. Желающие. Руки разные, пальцы на раскрученные. Пожалуйста. Не барабан раскрученный, это сильно. У нас одно разрешение к розыгрышу на Большевичинский район и поступило 18 заявлений, мы вытягиваем 3. Мы вытягиваем 3. Можно сначала послушать квоты по району? Кстати, вопрос очень интересный. Квоты перед подачей заявлений вообще не были озвучены, что противоречит всем правилам. Почему не были? На сайте были указаны. Как они могли быть опубликованы? Я у вас 30-го числа был. В любом случае это проект. Проект был в варианте только обозначения района, а не квот. Я подавал заявление в начале июля, там не было ни одной квоты. Ребят, давайте время сделаем. Подлежит одно разрешение. Какое? Большевичинский, а желающих 118. Восемьдесят три, 1631,
1406. А из присутствующих кто-нибудь подавал на Большерыченский район? 1541. Я думаю, нет смысла, я рассказываю. Нет номера? Нет, человек никого не подавал. На Большерыченский. 1619. Давай, давай.
54. Ну вот и все. Еще раз повторите, пожалуйста, 1800 сколько? Что случилось?
1800 какой? 290. А, 1200. А то на этот выбор. Сколько? 703 313. 955 562. 1700 1979. 162. 94. 1981. 612. 1557. 31. 303. 1274. Полный номер. Последний. Еще такой вопрос. Фамилию как-то можно узнать, кто выиграл в серии? Можно. Да вы уже не видели. Нет, нет, нет. Чтобы одни и первые, но мы обязательно. А? Кто выиграл, мы тому позвоним. Просто так. Нет, так вы здесь озвучите. У вас может быть какой-то выиграл. Мы обязательно должны выложить видеозапись. А это распространение с нами данных, это ни к чему. Повторите еще победители и резерв. Так, номера победители Большеуковского 1771, 305 и 1144. Резерв 857 и 254. Что идем дальше? Настроение еще есть? Знаменский район. Одно разрешение, 69 заявлений. Неверующий потом пусть тебе твой пакетик под внутрь придет. 400. Ну, так, до утра уже в районе. Давай не любишь. Все согласны. Какой район? Равенский. Зачитайте на конце.
Почему на 3 квоты всего 2 резерва делаете? Вот на большой котке 3 квоты развелось, а резерва всего 2. А если за двое откажутся? И то запас 2. Это то, что в течение 10 дней не придут. Не получим. А если за трое не придут? Не получим. Кому-то подарят, да? Не было такого, что даже получается так. Получается так, подарят кому? Тебе не дают. Ну, если нет, резерв будет. Ну, не мне это понятно. 2. Нет, 2 тоже вопросы 13. Простым не дойдет. Тоже долго нас с пакета просто достать не надо. Да, вместе с Дельниковскими, да, заявление? Это медведь, тут не ситуация не менялась. Менялась пока соль только.
Никольский район. Про разрешение 139 заведений. А сейчас какой район будет? Сейчас сидим. Разрешение 203 заявления. Пять.
1030. И резерв должен быть. А 7 лицензий, опять 2 резерва. Что больше людям сделали? 4 разрешения, 30 заявлений. В прошлом году 3-4 Сушинские заявления, что в Тевриску медведя, что ли? Медведя остался. По медведя не Сушина. 6 разрешений. 15 заявлений. Еще не разыгрывал. Сейчас даже здесь. 15 разрешений. Какой район? Пюкалан? Все,
резервному первому ходу и получил в течение 7 дней. Теперь второй резервный получает. Какое последнее, скажите, пожалуйста? 150? 150. Резерв уже пошел? Да, до последнего месяца. Хорошо. Хорошо.
Кто выиграл? Вот пусть тянет, если кто выиграл, пускай барабаны тянется. Вот конкретно. Кто кастрюлю будет разыграть? Вот счастливчик предлагаем. Который победил. Счастливчик, да? А по кастрюле можно сказать? Вот смотрите, четыре района закрыли. С этих четырех перекинули на другие районы. То есть численность людей там удваивается сразу. То есть, ну, конкуренция с другими районами то получается уже другая, как бы неравноправная. Может быть, из 30% туда скинуть маленько, это же как бы, ну, ваше недоразумение. Чего скинуть? Лицензии. Недоразумение? Ну, вы же не вовремя подали, вам зарубили район. Я же сначала начал рассказывать, надо было слушать, но... Мы уже все объяснили. В Москве недовольны то, что здесь смертная квота не 100%. Плюс слишком резко увеличилась численность кастрюль. То есть в том году... Все это совокупность, они ставят под сомнение достоверность, да. Нет, в том году много кастрюль не освоилось. В прошлом году. Вот это все, что квоты были опубликованы еще в июне месяце. В прошлом году на 6 проекта. В прошлом году никто не корректировал. А скажите, в том году по кастрюлям много квот было не освоено? Вообще ничего нет. Лицензии. Конечно, информации нет, дать право охраны 80%. 80% не 65%. Не взяли косуль в прошлом году? Освоили. А вы же говорите, ну, что не дали, что я мало освоили, не освоили. Так вот и раньше подавать, когда у вас просто не получается. Почему? Вот это подали вовремя, 11 июня еще. Нет, что люди-то писали заявление от вашей информации, что на эти районы у вас была информация. Да, поделали. Они 31 июля согласовали с изменениями. Кто же будет рассказывать? Кто счастливый? Все в зале. Всего поступило 1662 заявки. Допущено 1651 заявка. 40 разрешений. Это взрослая квартира все. Тема тоже переноса. Соли Сибирская сейчас у нас был старший группа разыгрывался. Те, кто подавали в Васильковский район, в Нижнем, называется перемещение. Те, кто в Калачинский, Горьковский, те, кто в Сидельниковский, Муромцевский, те, кто в Устишинский, в Тевриске. Так, Нижнеумский. Одно разрешение 112 заявлений. После этого года было намного больше, поэтому... А какой район повторить, не слышно? Не слышно. Одно разрешение. Сколько в области разрешений всего? В области 660. 712. Так опросы пришли сколько всего? Одно разрешение было. По всем, по области. Сказали, 1316. То есть разыгрывается 103, да? Нет, его доступно разыгрывается 70%. Вот 70% 40 это вот старше года. А 30? Всего 40 даже районы старше года. И 30 до года. А что это по-моему? 600 разыгрывается 7. Ну вообще доступно всего 103. Остальные на госход. 70% разыгрывается. А такой вопрос пока пауза. По поводу охоты на Риву как-нибудь в нашей области вопрос решится когда-нибудь? Зачем? Охота на Риву. Охота пользуется, пожалуйста.
Да. Причем здесь охотпользователи? Охотпользователи, пусть они охотпользуются. Мы как граждане страны имеем право спросить, можно или нет нам в конце концов на Риута поохотиться. Но все-таки это вопрос за пределами нашего мероприятия. Нет, давайте не будем дискуссию разводить. Страшно скрытно есть в этом ответ. 5 разрешений. Потому что вот на эти вопросы. 5 разрешений. Что ли другие заявления? Район какой? Район какой? Район какой? Давайте потише. Еще раз номера спасибо. Там резерв может не беспокоиться, он приплёску прохладит. Калинский район, 5 разрешений. 267 заявлений да. 272.
И второй резерв. 970. Все? Он один выиграл. Это практик. Thank you.
Разрешение 12 Сидельникова и Нижнего Омска, правильно? Да, нормально. Там кинули это сам. Это до года только. Сидельникова крупный, до старшего года, а Нижний Омск младший год. Это Суля до года с Нижнемки перебросили в Омск. Последний вопрос. А сколько там было заявлений за всех подал? Три заявления и только все заявления. Что пошли листы сейчас? Все сидит. Все, да. Сложный вопрос. Если вот откажется, может у вас совпало, что один запасной. То есть этому человеку тоже сообщат, если только вдруг откажется тот человек. Конечно, сообщат, да. Предложения какие-то есть по проведению? Здравствуйте. Зверей послушай. Вот и заранее как-то. Какого варианта было? Вообще, проект указа же был на сайте. Проект. Вы видите, как он делает. До 15 июня мы должны подать в Москву, они нам согласовали 1 августа. Кто-то откажется. Как он будет? А потом дали дату на его, да?